Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. И сегодня утром, попивая чаек, я заметил вдруг, что в списке наших видосов давно уже не было суперустройств. Настало время восполнить этот пробел, подумал я и начал думать. Начал думать и придумал. Сегодня делаем суперустройство для растений. Вообще я его не придумал, я его видел уже давненько и решил повторить. Попробовать все это дело воплотить и реализовать. Категория суперустройств. Как вы могли подумать, они не спасают Землю от астероидов, они не опресняют воду и не выращивают суперрастения, суперживотных. Нет, друзья, они дают какую-то полезность в обслуживании, в эксплуатации аквариумов. Как правило, их несложно делать. И, в общем-то, они упрощают нашу аквариумную жизнь в чем-то. И сегодняшнее устройство не исключение, друзья. Оно в большей степени будет декоративное, но и полезное тоже. Итак, у нас есть кусок оргстекла 3-мм прозрачного. Фишка именно в том, что оргстекло должно быть прозрачное. Конечно, можно взять и непрозрачное оргстекло, но эффект уже будет не тот. Дальше мы берем фен или святое пламя свечи и начинаем прогревать все это дело. Ну, в смысле оргстекло. После того, как хорошенько прогрели, начинаем натягивать это оргстекло на какую-либо лампочку. Друзья, у меня много времени ушло для того, чтобы понять, что оргстекло так просто на лампочку не натянется. В процессе моих эволюционных размышлений я обзавелся перчатками, отрастил еще пару рук. И, в общем-то, все это дело продолжалось до тех пор, пока в кадре не появился стакан. Со стаканом всегда дела проще. А вы о чем подумали, друзья? В общем-то, сейчас я начал вдавливать лампочку в оплавленное оргстекло и все это дело вставлять в стакан. До тех пор, пока не получилась вот такая вот у нас футуристическая кепка. Но нам этого было мало, нам нужен был пупырь побольше. Не пупырек, а пупырище. Я отправился на поиски чего-то более маленького и наткнулся на светодиодную лампочку. Вот такой вот замечательный шарик, который прекрасно вдавило, втопило оргстекло в наш стакан и получился вот такой вот девайс странной конфигурации. Кстати, оргстекло горячее. Я бы даже сказал, очень горячее. Поэтому берем кусок валенка и давим через кусок валенка, друзья. Необходимо какое-то время подержать все это дело, чтобы конфигурация у нас сохранилась. Потому что оргстекло, если его отпустить, оно начинает возвращаться к исходной форме. Конечно, полностью оно не возвратится, но заметно наш пупырь уменьшится. Получается вот такая вот светодиодная пупыренция. Похоже на что-то плохое, на вымя маленькой коровки. И сейчас нам это вымя необходимо будет отделить от куска оргстекла. Для этого я воспользуюсь резаком, который буду греть и прорезать, проплавлять по периметру нашего девайса. Как показала практика, лучше всего насверлить по периметру отверстий и эти отверстия проплавлять, соединять между собой. Так будет быстрее и так будет проще. Но об этом я тоже не сразу догадался. Но тем не менее. Вот такие вот дела. Получаем сейчас. Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. И сегодня мы будем с вами делать очередное суперустройство. Ну, я пошел, друзья. Пока. Итак, мы вот сейчас вот здесь прорезали все это дело, пытаемся вымя это выломать. Вот, кстати, дырочки, да, видим, на каком этапе я догадался до этого движения, до этого дела. И все благополучно у нас вот так вот выламывается. Сейчас необходимо нам всему этому делу придать более-менее цивилизованный вид. Для этого воспользуемся наждачкой и начинаем стачивать края, для того, чтобы все наши зазубрины, всякие заусенцы, они просто исчезли. Делать это не очень сложно. И получаем вот такую вот штуку. Я даже не знаю, на что это похоже. Вы пишите в комментариях.
Теперь можно, конечно, этого не делать, но я взял фен, включил большую температуру и слегка оплавил края для того, чтобы они были более прозрачными. И этого, опять-таки, повторюсь, можно не делать, но мне показалось, будет более красиво выглядеть все это дело. Получаем вот такую вот емкость замечательную, которая, в принципе, неплохо выглядит, что очень странно для моих творений. Сейчас нам необходимо будет просверлить отверстие для того, чтобы мы могли вставить присоску. Присоска от помпы, присоска хорошая. Конечно, если взять прозрачную присоску, все это дело будет выглядеть более декоративным образом. Но вот эта черная присоска вообще отменно держится. Намертво просто присасывается и удерживает долгое время любой предмет на стенке аквариума. И вот так вот все дело это выглядит. Сверлите аккуратно, друзья, потому что оргстекло имеет свойство трескаться. У меня немножко треснулось, но ничего страшного. Этого не видно, и это никак не влияет на общий функционал этого устройства. Мы получаем горшок, который можно прилепить на стенку в любом месте вашего аквариума. Я думаю, это устройство будет как минимум чем-то полезным. Я считаю, что воплощение удалось. С вами был Аквамен. Всем пока-пока, друзья!